Ну, науке реформа, наверное, не нужна. Науке нужно финансирование. Нельзя пытаться заставить завестись автомобиль, в котором нет бензина. А как толкать науку вперед, если у нее нет ресурсов? Наука — это всегда была достаточно финансово емкая зона. Опять-таки, это должно быть целью государства. Государству сейчас это неинтересно. По поводу конфликта, я там не был, я там свечку не держал, не знаю. Но по опыту, опять-таки, своим собственным наблюдением за последние 20 с чем-то лет, конечно, наверняка фонд недвижимости Академии наук является лакомым кусочком для огромного количества хищников, которые давно кружат над этим. А по поводу преклонного возраста, минуточку. Многие из академиков, будучи в преклонном возрасте, дадут фору многим молодым. Так что на это ссылаться не надо.